Дорогие друзья, через несколько минут наступит 2020 год. И мы прощаемся с 2019 годом. Он был непростым. В нем были и серьезные испытания. Но, слава Богу, мы никого не оставили в трудной ситуации. Благодарю тех, кто по велению сердца выступает добровольцами, помогали людям в трудностях. Этот год принес нам и много хороших результатов. Мы строили и ремонтировали дороги, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, дворцы культуры, спортивные объекты. Расставляли по всему краю детские игровые площадки, спортивные тренажерные, хоккейные коробки. Приводили в порядок парки, скверы, улицы и дворы. Впереди у нас еще больше работы. Спасибо тем, кто в этом году своим трудом привел край к таким результатам. Давайте соберемся и в следующем году сделаем больше. Но в первую очередь этот праздник семейный. В это время хотелось бы, чтобы как можно ближе, теснее и крепче были семьи, чтобы рядом были родители, бабушки и дедушки, ну или хотя бы на связи, чтобы рядом были дети или сопели за стенкой, чтобы за столом собрались родные и друзья. Желаю, чтобы у всех нас находилось внимание, забота и любовь друг к другу. Как можно больше друг к другу человеческого тепла. С Новым годом!